Всем привет! Сегодня буду готовить маффины на кукурузной муке. В миску вбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар, взбить венчиком. Влить кефир и растительное масло, хорошенько перемешать. Просеянную пшеничную и кукурузную муку смешать с разрыхлителем, солью и содой. Соединить обе смеси, перемешать до однородности. Подготовить формочки. Я буду выпекать в силиконовых. Если выпекать в обычных, смазать маслом. Разложить тесто по формочкам, заполняя 2/3 объема. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 25-30 минут. Получаются очень вкусные, воздушные и ароматные кексы. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!